Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Никитин. И сейчас я хотел бы пригласить вас участвовать и соучаствовать в нашей новой инициативе музыкальной, молодежной, развлекательной, семейной, образовательной и, конечно, городской, которая называется «Гранд Букашка». Суть проекта в том, что любой человек 20 апреля, садящийся на троллейбус «Б», внешняя сторона, оказывается на экскурсии по музыкальной Москве. Мы уже проводили «Букашку» 10 лет назад вместе с Третьяковской галереей, тогда она была посвящена истории искусства. Ну а сейчас музыка. В этом году «Букашка», «Гранд Букашка» на троллейбусе «Б» будет посвящена истории музыки и будет посвящена 50-летию фильма «Я шагаю по Москве» и, конечно же, этой прекрасной песне, которая всем нам дорога и любима. Ragazzi, bellissimo, un progetto bellissimo. Poi a me piace molto Mosca e poter andare con il tram con queste canzoni che è il mio amore. Io sono veramente contento. Такой проект просто замечательный. На троллейбусе «Б» 33 остановки. Вот каждая из остановок — это отдельная история, отдельная мелодия, отдельная музыка. От скоморохов до наших дней, от куплетов до симфоний. Виктор Цой, Земфира, Бетховен, Утесов – это все персонажи и герои нашей прогулки. Нам хотелось бы рассказать историю города через музыку и историю музыки через историю Москвы. Вот в чем главная идея и задумка этого проекта. I spent most of my life traveling around the world as a foreign correspondent, and I've been to hundreds of cities, but I've never encountered anywhere that has this kind of charming, eccentric, wonderful audio guide. And Sergei has done a fantastic job of presenting the city in a completely unique and wonderful way. It's travel around the heart of the city. You hear its music, you see its sights, and it's absolutely charming and it's unique. И 20 апреля еще у нас запускается мобильное приложение, которое будет называться также «Гранд Букашка», которое можно будет скачать и вместе с ним прокатиться на Букашке в любое свободное время, в воскресенье, ночью. Благо, что маршрут этот теперь круглосуточный. Сергей Никитин устраивал прогулки по Москве на речных трамвайчиках, на трамваях, на велосипедах, а теперь с помощью «Букашки» он превратил «Садовое кольцо» в самую большую виниловую пластинку в мире. Это потрясающе. Присоединяйтесь. В прошлом году вместе с вами мы провели 7-ю московскую велоночь. И вдохновленные успехом фандрайзинга на planete.ru, мы хотели бы снова обратиться к вам за помощью и пригласить участвовать в этом классном, веселом, весеннем событии. Спасибо.